Друзья, всем привет, всем привет, всем привет, на канале Пиратская жизнь, с вами Нина и Вовчик, как всегда. В общем, ребяточки, у нас сегодня вкусный ужин, как говорится, поскребли по сусекам, что у нас было. Вот видите, макаронов нам хватило аж на 3 дня. Вот, также пожарили вот такие вкусные куриные биточки, кстати, очень красиво так обжарились, надеюсь, вкусненько. Сделали салат с майонезом. Очень захотелось вот такой жишки, вот у нас свежий вкусный хлеб черный, вот такой вот, смотрите, красивый. Вот хочется, знаете, прям в жишку вот так тык. Здесь немножко майонеза и немножко подсолнечного масла. Вот, соль, огурчик, помидорчики и укроп. В общем, всем приятного аппетита и хорошего настроения. Да. В общем, у меня у мамы година сегодня, так что давай немножечко так это помянем. Тёкаться не будем сегодня. Вот. Время быстро летит. 20 лет уже прошло. Вот. Слава Богу, мы живы. Вот. Помним ее. Ну и так далее. В общем, не умею ее говорить про это. В общем, все. Кушай. Мы помним, любим. Так. Да, она немножко. Чуть-чуть просохнет. Ой, ребят, как быстро летит время. Вообще просто, знаете, на раз-два. Просто не успеваешь опомниться, уже 20 лет прошло. Как один день. Вроде недавно мне было 18, 19 лет. И получается, вот мне получается сейчас 39, а мамы нет уже ровно 20. Ну, так вот. Целая эпоха. Я бы сейчас была, она 47-го года. Сейчас. 8-10. Нет. Она меня в 38 взяла. А мне 39. 70. 70. Без трех. Блин. Так. Что-то мне в тупик поставил. 47-го года. Без 3 лет. 7-7 было бы. Да? Что-то я запуталась. По-моему, 7-7. В общем, как-то так. Не больше. Нет, 77 было бы. На 57 лет умерла. 20 лет прошло, 7-7. Ну, вот видео. Совсем молодая ушла. К сожалению, вот так вот. Так что берегите себя, тяните время, которое вы здесь проводите. Вот, ну и оставляйте после себя только все самое хорошее, чтобы вас вспоминали даже спустя 20 лет. Вот. С добром, с хорошей памятью. Ну, я, знаете, постоянно вспоминаю маму. Вот, так что, в принципе, я ее помню. Вот. Правда, конечно, знаете, из памяти стирается немножко образ. Ну вот, время проходит, время нещадно. Но вот, жалко, что видео не осталось. Фотографии остались, вот видео не осталось. Сейчас вот, видите, вот ты снимаешь видео, да, и оно сохраняется. То есть, например, через 20-30 лет можно себя посмотреть, какой ты был молодой. Вот, а так, только фотография. Фотография, это, конечно, тоже здорово, но видео, мне кажется, все равно живые эмоции. Живая картинка. Эти хорошие биточки. И что-то они, кстати, не дешевые. Смотри. Вот 419 рублей. Курица дорогая. Походу, курица дороже, чем уже этот. Мы брали как-то, знаете, домашние котлеты. Что-то нам не очень понравилось. Там они были очень мягкие. Такое ощущение, как будто один хлеб. Вот, а здесь такое ощущение... Это они и дешевле. А здесь такое ощущение, что здесь много лука. И по вкусу... Ну, вкусные. И, кстати, знаете, они не уменьшились. То есть они как были, так и остались. Обычно как бы скукоживается все. А тут они как были плоскими, так и остались. Ну, курица мало же. Ну, в принципе, да. Если это не ножки буш. Угу.
Просто, я знаю, у них там делают, знаете, вот на вот этих куриных биточках. Картошка вот эта сверху-то еще такая. Угу. Натертая. Плюс с майонезиком и сыром сверху. Такой, как шапочка. Угу. Вот очень вкусно. Типа как мясо по-французски, только да, не курицы. Да, только куриное, из куриного биточка. Угу. Вот, я все думала, а что они делают? Что снизу там не деформируется. Ну вот, поехали. Я так, знаете, поменьше маслица и немножко водички. Перевернула, обжарить немножко водички. Нормально? О, вот дождь-то. В общем, давай. Кажется, пусть земля будет пухом. Вот. Помним, любим, чтим. Сделали. Да. Голоса выборщиков. Он уж 312 набрал. Ну, с таким приличным отрывом тоже. Ну, ты видела по карте. Проголосовали эти далекие штаты. Угу. Которые как бы не касаются вот этой вот проблемы. Вот. Знаешь, мне кажется, все Америки касаются. Это с Мексикой. Угу. Далеко. Разбор. Слушайте, хорошие биточки. Ну, добре. Я, знаете, не хочется это готовить. Кстати, по-моему, у нас свинина есть, да? Точно. Мы что-то покупали, хотели сделать. Это? Котлеты, да. Надо домашнее делать. Мне, кстати, было бы интересно сделать домашние куриные котлеты. Но там... Нужно понимать... Как делать, чтобы они не растеклись? Здесь очень много лука. Реально очень много. Прям чувствуется. Прям жуется. Хлеба нету. Лук много. Интересно. Ты что ты? Капец, крест на крест. Что, как салат? С мазиком? Нормально. Mm-hmm. Жижки ешь сколько? Да жижи вообще прям. Балы. Ты хлебушек-то оставляй, макай. Самое вкусное. Mm-hmm. Салатная жижа. Вот, кстати, почему я захотела сегодня сделать именно такой салат. У меня мама обожала. Просто обожала. Набрала, знаете, белый хлебушек. Ну, у нас белого нету. Вот она брала белый хлебушек и туда макала и ела. Она просто прям вот... Тащилась от этого. Думаю, блин, надо сделать. Вспомнил. Говорю, надо попробовать. Мама очень любила. Так, хлебушка. Или даже вот черненький, знаете, горбушечку так берешь. Так, черным хлебушком, так смакаешь, вот. И вот так вот в жижку ее, вот так вот в жижку. Знаете, салатная жижа. Вот так. Ты достанешь. Знаете, времена-то были такие вот, 80-е, 90-е. Как-то что поел, то поел. Вот. Но вот это очень люблю. Особенно, знаете, когда вот папа привозил овощи с дачи. Вот. И это вот свежие вот эти помидоры. Тоже вот майонезика бахнет. Соль, перчик. Вообще. Вот так вот раз. Все. Я прям помню. Это, знаете, воспоминания с детства. Мы сегодня гуляем. Не, вообще вкусная котлета. Мне понравилось. Если в прошлый раз мы взяли
А чуть ли домашняя. У меня что-то прям совсем не зашло. То в этот раз. Прям чётенько. А, ты решил сначала это съесть? Тебе говорю, ты прям туда, эти хлебушку, на шкаф вкусно. И вот именно как раз свежий хлеб. Или черного бородинского. Ладно, вылива. Обычного дарнинского. Это именно, знаете, сочетание овощей, сока из овощей. Вот этот майонезик немножко. Я прям положил пол столовой ложки. Вот. И пол столовой ложки масла подсолнечного. Вот так обычно в столовую ложку кладем. Так. Ну, трассу вот немножко по-другому. Можно было, конечно, чесночка все выдавить. Что-то я торопился. Вкусненько. Немножко мягкий. Я тебе говорю, мягкий и вкусный. Хорошо, я их еще, говорю, я их немножко перевернула и немножко воды добавила. Чтобы они сильно не прогорели. При этом нормально прожарились, они подгорели. Да. С луком что-то они. Я тебе говорю, там лука дофига. В тех котлетах хлеб, в этих котлетах лук. Я сказала, даже, по сути, луковая. С добавлением курицы. Причем лук не, блин, свежий, а это жареный. Думаешь? Да. Я свеклана. Может быть. Ну, по вкусу, по крайней мере. Да, в принципе, вкусная. Вот, знаешь, не прибедняйся. Хочешь котлета? Я говорю, ну, когда магазины котлет покупаешь... Будьте готовы к этому. Да, будьте готовы, что там мясо меньше, чем остальных составляющих. Что там экономит. Да. Даже не понимаю, чего, там же полный из грудки. Гущение, да? Категория А там нету. Точно. Да. Категория А только дома. Ой, какие котлеты мне мама делала. Тоже вкусно. Но она жарила. Она всегда только жарила на сковородке. Она не запекала. Никогда. Скажем так, диетичным питанием она меня не баловала. Но готовила очень вкусно. Плов делала с курицей вкусный. Беляши, помню, делала это. С тестом хорошо работала. Прям, знаете, так это. Любила тесто. Вот я вот не умею работать с тестом. Оно как-то вот не заходит. Ну, а муку, в принципе, особо не люблю. Мне нравится, когда она везде разлетается. Она будет разлетаться. Мне это раздражает. Когда с ней работаешь. Ну, кстати, вот Наташа, кондитер. Ну, что-то я, кстати, не заметила, чтобы она часто пекла что-то. Она вообще, кстати, по-моему, редко печет. Разучился, наверное, уже. Но пироги нас не приглашают. Ну, кондитером по образованию. Повар. У нас вся семья повара. Она не повар. А кто? И не кондитер. Просто пекарь. Хорошо, пекарь. Где пироги? Я не понял. Я не умею говорить. Видимо, когда на практике была, наработался. Хлеб заводя. Ну, бывает такое. Сапог не без сапог. Не, мам, вся семья умерла. Хотя была, в принципе, медик, да? Опять же, сапожник без собак. Не, кстати, сочный, смотри-ка. Подавишь прям. Сочаться. Лук, а дофига. А не лук. Причем жареный. Сейчас я не знаю. Мне кусочек вот здесь попался прям. Видно было. Бери хлебушек и макни, я хочу, чтобы ты это попробовал. Ну, попробуй. Я и так попробую. Ну, я тебя прошу, пожалуйста, сделай это, то есть я прошу. Я тебя прошу. Я так предпочитаю.
Я тебя очень прошу, пожалуйста, сделай вот так вот. Это. Пожалуйста. Пристал. Да, пристал. Банный лист. Прям весь сошелся. Да. А можно, кстати, вот даже прям салат так вот делать? Вот так раз. Туда накрошить хлебушка. Да. Ну, и все. О, давай, макай. Эту корочку прям. Куриный. Она бы тебя любила. Тебе понравился. Она тебя кормила. Пирогами закормила. Кусь-кусь. Не отвлекаю, все. Что-то на мой салат смотришь, да, уже? Ладно. Ладно, жижу прям пьет. Да. Что я уже обиделся. Сытно, кстати, салат. А еще можно туда сметанки. Сметанки, ну, Вован не любит сметану. Сметанки много вкуснее. О, видите, уже косится на мой салат. Остатки. А его все меньше и меньше, да? О, ты куда лезешь? Котлету не трожь. Мне, кстати, очень понравились птички. Там еще 2 штучки на завтра. Вот так, урез, помидорка. Готово. Ты еще потом, когда выпускаешь камеру, там все так ближе. Я так понимаю, что ты уже это запланировал свои тарелки делать, да? То я? Да. Да как ты могла такое придумать? На. Чего ты не доедай? Всю жижу вылкала. Да. Ну ты же тоже свою вылкал. Ну вон отсюда возьми и повылкай. Да, и сиди, да? Ну будешь салат, не будешь? Ну что ты вот будешь? Нет, ешь давай. Нет, давай уже ты ешь. Все, у меня уже не интересен. Ну, думаю, пожаришь, не пожаришь. Я недолго грала. Не до, так сказать, горелой корочки. Не как наггетсы, так жаришь, все. Наггетсы, кстати, больше подгорают. Наггетсы делают из глотки. Наггетсы тоже вкусные. У меня там уже 2 пачки. Ну, просто... Они замороженные. Их надо доставать, размораживать, ну то все. Ну пошел магазин, купил свеженько. Надо их размораживать. Это нам на ужин. Нет, и их достал. На разогретую кинул сковородку, они там оттают. Потом. А потом сгорят. Не, они их обжарил с одной стороны чуть-чуть. На вторую переворачиваешь. Водички и под водички крышку. Все. Ну, всеми и готово. А потому что большой там все слипнись. Не слипнутся. Ой. Ну, там оттает и еще прожарится. Ты еще его выпил все уже? Да. Короче, ладно. Да, мам. Алкоголь не пью, поэтому как-то так. Ладно, всем желаю счастья, любви, добра. Чтобы все было хорошо, вспоминайте своих близких, которых уже нет, потому что пока вы их помните, они живы в наших сердцах. А мы увидимся в следующих выпусках. Пока-пока!